Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, я менеджер по продажам строительной компании «Екта Хомс». Сегодня мы хотели бы взять интервью у наших клиентов, которые приобретали квартиру в режиме онлайн и остановились в наших гостевых апартаментах. Предлагаю вам пройти с нами. С пустыми руками в гости не ходят, поэтому мы организовываем сервис с нашей домашней выпечкой. Дмитрий, не садись на пенек, не ешь пирожок. Здравствуйте! Здравствуйте! Это вам от нас. Спасибо большое. Как ваши дела? Хорошо, отлично. Сами как? У вас как дела? Мы живы-здоровы, строим и продаем полным ходом. Да, молодцы. Так, да пожалуй, я начну. Это наши клиенты Алмаз и Эльза. Приобрели квартиру у нас на этапе строительства в новом проекте Екта Kingdom Trade Center. Сейчас они немножко нам расскажут, как происходил процесс покупки, как происходил процесс оформления документов, ну и в целом, почему выбрали нас, и в целом, почему выбрали Аланию и Турцию. Да, начнем, наверное, с того, лет где-то 10 назад, наверное, мы выбрали летний отдых направления Турции. То есть отдохнули на курортах Белека, Кемера, и в частности у нас уже сложилось стойкое впечатление о данной республике. То есть это благоприятный мягкий климат, развитая инфраструктура, экология, да, все это вполне благоприятствовало тому, что Турция в этом направлении нам понравилась. Ну дальше больше заглянули на сайт недвижимости, ну как бы в порядке, скажем так, посмотреть, пробежаться, что как. Зашли на сайт, там предлагалось очень много вариантов, как вторичного жилья, так и первичного. Посмотрели ценники и вполне приятно удивился тем, что цены на жилье здесь практически такие же, как у нас, где мы, откуда мы приехали. Кстати, мы приехали с Казахстана, с города Атырау, это западный Казахстан. Посмотрев цены, посмотрев, пролистав прайсы всех застройщиков, мы остановились на вашей компании. Почему? Потому что там ярко были представлены решения проектов как строящихся жильев, готовых проектов, так и на стадии застройки. То есть готовые проекты были уже в видеоформате, такие короткие видеоролики, где все это отображалось для полного понимания, да, картины. Да, там было все понятно. Ну, то есть вся первичная информация, которая необходима, она была там отображена. Еще один большой плюс, это на стадии строящегося объекта, это рассрочка. То, что привлекло, скажем так, это самый большой плюс, наверное. Это то, что, приобретая жилье в рассрочку, можно было бы составить график погашения и в этом плане уже рассмотреть. Кстати, самый первый раз, когда я увидел, откликнулся, дал свои данные, на меня вот вышел... Назвали его Дмитрий. Да, Дмитрий, назвались Дмитрием. И вот Дмитрий практически ввел весь процесс, начиная от ознакомления до покупки. То есть это был конец декабря, я помню. 2000 года была пандемия. Практически мы сидя из дома общались по WhatsApp, по видео, и сделка практически произошла онлайн. Так почему? Потому что человек уже полностью дал развернутую картину, всегда был на связи, на каждом этапе где-то что-то объяснял, показывал. Также еще один бонус нельзя не отметить, это то, что застройщик предлагает гостевые апартаменты всем своим, я так понял, покупателям, да? Да, на две недели. Да, то есть, где мы вот квартиру проживаем, это Екта Куин, да, вот он, береговая линия, здесь даже вот с балкона вид на море, очень прекрасный вид, свежий воздух, у нас вот практически двери с балкона всегда открыты, просто красота. Ну а в целом, когда приехали именно сюда, в Турцию, именно все равно какие-то еще переживания оставались, или уже в целом полностью как бы доверились, скажем так, в полные руки, или все-таки какие-то переживания еще оставались до приезда? Так как практически всю беседу, переписку я, как и говорил выше, вел я, у хозяйки немножко были сомнения, потому что она как бы
все-таки доверилась мне. Основной вел переписку я, знал Дмитрия, она от моих слов где-то что-то слышала, и когда я говорю, все, садимся в самолет, там нас ждут бесплатные апартаменты, там нас встречает трансфер, все это классно. Она говорит, а действительно ли так? Мы сейчас с детьми приедем, и нет никакого Дмитрия, и нет никакого трансфера. И ты говорит, об этом подумал? Я говорю, ну, 90% я говорю, человек встретит. Ну, все произошло так, как было ожидаемо с моей стороны. Встретил трансфер, привезли в такой апартаменты. В общем, все на высшем уровне. Ну, я, честно говоря, сильно не сомневалась. Были такие маленькие сомнения. Но, в принципе, я тоже, у меня вот это чувство доверия появилось в компании Ектор Холмс. Тем более, муж, он постоянно, вот как после того, как общался с вами, да, после общения с вами, он постоянно передавал всю эту информацию нам, то есть докладывал нам, да. Поэтому у нас было, конечно, доверие к компании Ектор Холмс. И мы очень благодарны. Ну, наверное, в первую очередь я благодарна мужу, потом, наверное, я не знаю, кому в первую очередь быть благодарным. Ну, наверное, мужу. Сначала мужу, потом нам. Это все-таки главный человек, который... Потому что изначально, в прошлом году, когда у нас появились такие мысли насчет покупки недвижимости в Турции, у нас были планы сначала вначале самим приехать, вот где-то весной, наверное, в марте, в апреле, сначала посмотреть обстановку, да, посмотреть страну, вот это место, где потенциально мы бы могли приобрести недвижимость. У нас были такие планы, но так как вот как бы появилась эта пандемия, да, вот, и мы все были невыездные, и вот внезапно, значит, муж на сайте обнаружит информацию про компанию Ектор Холмс и загорается желанием приобрести недвижимость. Первоначальная реакция была: нет, мы не можем покупать это онлайн. Только приеду, посмотрю, да, пощупаю, потрогаю, потом да, только куплю. Да, никаких онлайнов. Вот именно, вот нам нужно все это ощутить, посмотреть вообще, какие там дома, какие там люди и так далее. Да, ну, солнце, море, конечно, горы, в этом мы абсолютно не сомневаемся. Это вообще райский уголок, райское место для отдыха. На самом деле, очень нравится здесь, прям очень вот нравится, особенно вот, бассейн. Застройщик. Просторно очень тут, здесь кушаем. Так, что еще? Вообще, самое то, что нам нравится, да, это вообще вид на море. Зелень, что не знаю, слов нет. Тут только приезжайте и отдыхайте. Здесь уже есть бассейн. Просыпается под шум воды, просыпается шумом воды, хорошее настроение, позитив. Что еще могу сказать? У нас на 7 квартир на этаже, общий коридор, пожарная лестница, 2 лифта, пожарный щит. Сейчас возьмем вашу квартиру, планировка 1+1. Квартира сдается полностью счетовой отделкой, высокими 3-метровыми потолками, установленным кухонным гарнитуром. Санузел под ключ полностью укомплектованный. Душевые кабины, туалеты, сам фаянс. Отличительная особенность данного проекта – это огромнейший балкон на 14 квадратных метров и высокие потолки. Это прям деловой центр, скажем так, Махмутлара будущий. Красиво, что скажешь? Живые, да, радости. В белом цвете, ярком. Да, если потребуется. Самое красивое, белый с черным. Полностью готовый проект санузла. Мощный напор, все работает, все блестит, все в пленке. Двухуровневые потолки с подсветкой, точечное освещение, напольное покрытие керамогранит, гидроизоляция в ванной комнате, гидроизоляция, соответственно, на балконе. Сразу понравилось, у нас получается кровать, делается небольшая гардеробная зона, да. Сюда можно установить телевизор, соответственно. Также, если нужно будет дополнительно, можно будет заказать себе ролеты, ролл-ставни. Ролл-ставни, они закладные в нише. То есть, соответственно, есть как с электроприводом, так же есть и ручные. Да. Ну, электропривод, естественно, чуть подороже, ручные чуть подешевле. Шахта отдельная выходит на балкон, то есть общего стояка с соседями. То есть никаких посторонних запахов от соседей, когда они... То есть индивидуально на балкон, да. Блоки. Трассы кондиционера выведены в отдельное техпомещение, то есть никаких наружных блоков на фасадах зданий, на балконах нет. Доступ в квартиру через ключ, вход в подъезд через карту.
Да, ну там это будет, скорее всего, система, как мы вот сейчас заходили. В лифт приложили, карта сработала, лифт открылся, свой этаж выбрали, подняли. Чтобы никто посторонний с территории коммерции, ну, допустим, покупатели там, не знаю, магазинов, не зашли в жилое здание. Ну, впечатление, конечно, не сравнить то, что мы видели у себя. Красивый дом, красивый дизайн, красивая архитектура, как я и говорил выше. Ну, теперь хотим пожелать застройщику дальнейших успехов. Побольше клиентов. Спасибо. Чтобы ваши дома всегда радовали других. С такой же положительной эмоцией возвращаемся в Казахстан, рассказываем всем родственникам, включаем сарафан на полную мощность. Ну, когда они еще в гости к нам приедут, все, они уже от нас никуда не денутся. Это однозначно. Все считали, что в режиме онлайн такая проблема, но сейчас средства коммуникации позволяют решать все эти вопросы на раз-два. Будь то это приобретение квартиры, покупка техники, покупка мебели, любые даже, в принципе, можно сделать, оформить собственность. У нас, как я говорил ранее, по доверенности оставили доверенность, дали на генерального директора, поехали, оформили на нас квартиру, передали документы. То есть, все, ну, скорее всего, да, так и будет. Тем более, раз в онлайн-режиме произошла покупка, то и оформление куда надо. Ну, в любом случае, обязательно приезжайте в гости и зиму. Ну, от вас уже не избавитесь. Все. Ну, счастливо. До встречи. Спасибо.